Сейчас будем проверять, как пропитывается масло перцем, чесноком. Я, пожалуй, сегодня уберу прямо в камеру для упроса. Будем снимать изнутри. Мы ее можем поставить так, наверное, будет лучше всего. Thank you.
Ну вот, 15 минут подержали под вакуумом. Пахнет очень сильно, прямо офигеть, как сильно пахнет. Тут такой свежий запах чесночеллы, просто не передать. В общем, ладно, конец связи.